Ну вот, продолжается все у нас сегодняшний день. Это 25 августа 2018 года. Вот я вышел за ограду, смотрю, лежат гуси. Видимо, наелись травки, лежат, отдыхают сейчас. Как говорят, жирок, чтобы завязывался. Это вот более молодые, которые покучнее. А вот те вот отдельным кланом, которые отдельные из своей стаи, это более старшие гуси. Ну и молодежь с ними, там подростки. А тут это ласточата. Ласточки, красавицы. Интересные такие. Вон Игнатий вообще едет уже с рыбалки. Ездил, проверял мордушки. Вот он возвращается. Тут у нас цветочки посажены, сестры. Помоги нам. Уже завозмущались. То есть, кто едет на велосипеде, это для них все объект для нападения. Даже один раз Игнатий Иванович пришел, уже рассказывал, как гусь засунул ему в заднее колесо, видимо, шею свою прямо засунул. Видимо, решил укусить, и голова попала в просак, как говорится. О! О! Эти уходят в атаку сразу, во! Со всех сторон. Да, слава богу. А та бы уже пустили бы на мясо. Виталий? Виталий, да это, домой зашел. А? Он домой зашел. А, вон там. Вон он. А. Иди сюда, быстрее. Виталий там зеленый горошек лопает. Бегом, бегом. Ух ты, какой у вас сегодня урожай-то. Смотри. Вот это да. Вот это да. Так он еще просыпали много. Полное ведро. Вот это вот надо мне заделать будет. Сейчас смотри-ка. Гляди, вот это. Это вот ведерко 5-литровое. Веревочки теперь здесь надо нашить по бокам, чтобы не вылетало. Гляди, какие. Карасик. Ты сейчас поедешь туда, это сбросишь. Смотри, здорово, глянцу. Да, сколько будет? 5 килограмм. Да. Ну, открывай дверь, принимайте гостей. Вот это рыбалка, понимаю. Не то, что принесешь там штуки 2-3 мордушки. Это Серёня или с его? Я не знаю. Это у вас с двух мордушек или с одной? Это, ну, со всех четырех хорошо. А, четырех. Ну, больше всего, конечно, это как называют раколовка там. Вот это. Иди сюда, рыжий. Ну-ка. Это она с удовольствием. Ох, нежная какая, интеллигентная такая. Давай, чистить. Фу. Вот тогда я тут чашку я маленькую поставил. Сейчас большую чашку, вон ту большую ставь. Не, большую вон ту для этой. Я возьму для общей, не, которая не чищена будет. Остальное чистить. А здесь чищена. Фух. Рукавники сильно помогают. У меня чистая одежда. А брюки там такие, маленько порвал опять. Вон, видишь? О. Это не у меня, кажется, на 6-й ряд. Я когда надеваю, вот, вот, как будто ватные. Они у меня килограмм 5 брюки весят. Иногда на православные нападают, тогда православных всюду везде прославляется такое скромное житие, пустынное. Прямо съедают. Ну видно, что не православные. За патриарха. И дальше на Б, на Х, на П, на все на меня посылают. А патриарх все будет ловить. У него осетер вот будет. Сюда они чищенные. То есть сетя. Те, которые помельче. Сюда складывай. С кишками вместе. А сюда крупно уже, без кишков. Такой вот смысл. Ну еще получилось. Слава тебе, Господи, да благословен будет этот пруд. И все приходящие, и рыба. Все.
И главное от меня, это с правой стороны забросили мордушку. Которая главная, это с правой, когда стоим лицом к пруду. Все, ты посмотри, рыба-то какая. Да ты быстрее с ней, что ты одну давишь, ты мучаешь ее. Во, вот что значит мы. Россия для русских. Это, говорит, идиоты, дураки придумали, Путин сказать. Совершенно прав. Россия для всех. Тут хватит места всем. Ну что, начинаем. Закатывать рукава. А, что она меня ждет, а? Давай, четыре. Осилишь? Да не, больше не давайте ей. Не, ну, все. Как хозяин скажет, так и будешь делать. Вот так. Сейчас смотри, как я буду разделывать ее. Быстрее, Виталий. Усиль. И с Сергеем хорошо, и с рыбой хорошо, и с огородчиком хорошо, и с Виталием хорошо. Так что Виталию нет нужды убегать куда-то. Так, вот сюда карасиков, потом водички линешь и пойдешь кормить, когда. Так, подожди-ка. На, сразу воды. Он помрет сейчас тут. Так, где она вода? Ты сейчас это, дашь воды. Вот я беру только большие. А эти так сушить. Эти так просто. Так они и так крупные вон такие. Ну а ты ничего не сделаешь, высушишь. Это сюда, да? Вот так. Я сейчас вот выбираю, который... Куда ты его? Сюда. Меньше всего требует внимания. Ну, вот тут это все нормально. Теперь, видишь, я как беру? Пригоршня беру и сюда. Вот он большой. Листик на пол. Вот он. Так. Ну это тоже крупный. Тоже крупный. Но. Крупный это я вижу. Вот. Вижу. Володя, вот. Руки не пачкай. А то аппаратура будет грязная. А то все, у нас суббота сегодня. Нерабочий день. И у нас так прекрасно все идет. Начатый день. Вот. Дальше что? Вот. Выходим. Вот делает. Быстрее руки убирай отсюда. Видишь, техника пришла. Экскаватор. Драглайн. Смотри. Какие? Люди. Двумя руками, говорит, не удержишь. Так. Сейчас водички надо налить скорее. Ну тут, в общем, все понятно. Отдельные кишочки. Ну, тут больше такого особо нету. Еще два. И дальше опять пригоршню туда. Быстро сейчас. Почистим. Не мыть. Вот эта слизь, это самое то, что ценное. А что бояться за кошку? Что объестся? Объестся может вот так. Больше не давать. Сейчас еще раз. Смотри, только начали. У нас уже ведро убывает. Ты знаешь, что, Виталий, это вот отсюда бери у меня, оттуда бери, большую которую. Так у нас лучше дело пойдет. Вот смотри, берем ее, нажимаем с двух сторон, кишочки со салом долой, все. Сейчас по одной возьмем, здесь таких нету особо. Теперь еще. Скоро вообще перестанем чистить. Да, 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 так и есть. Руками старайся не трогать. Ну все. О, жук, жук, жук. На. Где она? Жук, вот он, вот он. Жук. Не вижу. Ну вот он, вот он. Вот он. О, когда ты будешь раскатывать, внимательно смотри. А что жука сидим, да кита все ест.
всех жуков, маленьких, толстых, выбирай. Вот у Володи не отходи ни на шаг. Не знал. О, это вылетело, виноват. Все одним размером. Не очень. Попробовать хоть, как она с кишками такая? Ну, попробуем во вторник. Да, я сейчас могу попробовать. Выбираю оттуда. Да, сейчас. Вот эти вот, которые туда перекладываем, эти чиститься не будут. Прямо так, в печку. Ну все, Володя, скорее водички налей карасиком. Все, заканчивай, да? Да, заканчивай. Тут все понятно. А там вас выскребали, показали? Да, 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 все показали. Посмотри, вот это, которое выскребаешь, это идут оттуда, это все нам сгодится. На... Они их привлекают. Это рыба, гальян, он пожирает всяких, которые есть там, икра. Она у нас икра может уничтожить. Он на корню все пожирает, это сорная рыба. И поэтому они задыхаются где. Ну а тут что осталось, то и осталось. Вот смотри. Смотри, где есть, нет, еще большие. Вот так вот пальчиками. Это не войдет. Придется вторую чашку брать. Так, это больше не надо. Так, куда поставить, не знаю. Да вот рядышком ставь. Вот это зеленый. Вот он. Ставь рядом. Нет, не. Ну давай быстрее. Какую? Поставь, которую брал. Бери зеленую. Ну он нет, говорю, тебя нет. Просто руки это потом в чем мыть-то? Да. Вот жука нашел. Руки можно в красную. Нет, ну, в так, этих надо мыть. Смотри. Вот оно что. Что значит любить рыбалку? Возьми еще маленькое. Сейчас заканчиваем. Сейчас мы покажем пустое ведро. Это сушить. О, на. Раз и мелочь. Бери. Что хочешь, бери. Тут чистить нечего. На, вот тебя еще. Держи. Все. Так, ведерко потом помыть немножко, а я вот так утром, вот, потому что она скользкая и ничего нельзя сделать. Я нарезал бумаги, газеты, и успеваю глянуть, бывает отсюда некоторые данные, ну тут ничего нету. Вот так вот вытираю руки, вот она со всех сторон липкая, сейчас стирается, вот она. Полностью. Смотри. Вот почти что все. Руки чистые. Это три бумажки я истратил. Сейчас еще на этот на лист не будет, да? Даже на лист не будет. Да? Да. Надо входить на лист. Вот, а теперь можно помыть. А где помыть-то? А вы все тазики заняли. Так, подожди. Где помыть-то? Вода где? Вон, смотри. А вот кружка. Чашки сейчас, а кружка? Ну, вообще тазики вот эти предназначены для мытья-то рук. Так, сейчас что нужно? Для мытья рук. Да это не ладно, Володя. Ну, ну что сделаешь? Ну, что? Вон они ожили все. Они живучие, хорошие, живучие, конечно. Вон они, заплавали. Их надо будет отвезти и попутно покормить сегодня. Ты съездишь с ним. Или сам, в прошлый раз ты сам снимал там? Да, я же... Очень хорошо получилось. Ну. И сегодня по одному карасику благословясь, выпускаю. Как это, мусульмане вот так вот руки берет, чтобы не шоркать. Почему-то так.
одна рука другую не моет. Я этого не знаю и не могу ничего сказать, объяснить. Так-то если я протираю, так я стираю, да еще мыло. Ну тут мыла уже нет ничего, руки-то чистые. Ни мазутного, никакого. Ну все. Тогда ты свой аппарат мне завезешь оттуда. С этого. Студия. Там у нас бар большой, полтора. Ну вот, продолжается у нас сегодня. Вот я вышел из дому. Себя сейчас покажу. И вот, повезу сейчас карасиков, то, что у меня в баночку сложили. И на этих, значит, принес с рыбалки мордушками, который поймал рыбу. Там вот внизу у меня гречка, в баночке тоже стоит. Вот сейчас задача взять так аккуратно, чтобы ничего не случилось. Вот. И потихоньку довезу. Вот там у меня стоит. Все. Ну так, конечно, неудобно будет снимать, но постараюсь. Чтобы весь этот процесс заснять. О, вот меня уже встречают наши гости. Сразу настораживается. Вот почему бы сразу не пропустить спокойно? Нет, обязательно сейчас будут нападать. Живут в христианском поселении и так поступают. Нехорошо с их стороны, конечно. Так, ну-ка, ребятишки, стороны. Видишь, хулиганистые какие. Надежда Васильевна домик. Я нам сделал котлетки из гречки. С мукой перемешала и спекла. О, сколько воробьев. Все дышащее да хвалит Господа, воробьи. Они по-своему радуются. Тут Люба Минаева, это ее тут хозяйство все. Вот уже брата нашего Игоря, барабаша, уже белеет нивы. Начинают. Еще много зелени, конечно. Ну, даст Бог, урожай будет. Почему-то все легло частями. То ли от ветра, видимо. Все в мире в движении находится. Начиная от маленьких жучков, паучков, насекомых, птиц, животных. Ну и конечно, кончая человеком своим миром, которому дана заповедь трудиться в путь лица своего. Интересно, здесь вот я где живу, тут пространные места. Вот где я жил на Урале, там вот кругом сосновые леса. Береза и сосна, но в основном сосна. Потому у нас более таких пространств мало там. В основном где только поля засеиваются, там много пространств. А здесь в основном околки и лесополосы посажены человеком. Тут трава легла, притоптали ее, и уже на велосипеде сложнее ехать. Ой, бедные карасики меня там от такой
встречки. Стрески. Вот. Вот я ведро забираю. Вот оно у меня. И несу. Я тут перчатками заделал, чтобы не болтались баночки. А, быстрее, а то они бедно помрут сейчас. В такой воде малой. Так. Сейчас заложу. Ну вот, вроде бы никого не видать. Я имею в виду мертвых. Вот я было полбака всего воды. И они всплывали. Мертвые, а тут вот пока никого не видать. Значит, слава богу, все обошлось. Сейчас вот этих карасиков я выпускаю. Ну, давайте, карасики, давайте, давайте. Вот, они еще не верят своему счастью, что они могут вылезти, выплыть. Давайте. О, вот они, карасики. Вот сразу им даю гречка отваренная у меня. Вот она. Вот. Все. Пускай во славу Божию. Едят на здоровье. Я не знаю, как тут воду менять, через сколько времени. Я думаю, что надо бы им поменять, конечно, будет. Чтобы вода будет застаиваться. Она даже как всплывает, интересно. Что там вдруг? Уплыл. Вот так вот, слава богу за все. Плохо, что вода, конечно, темновато, так бы можно было посмотреть, что у них там внутри творится. Ну все, баночки сюда. Все. Сейчас заходим на территорию. Комплекс для бедных лагерей. Что значит, нету никого хозяев, все, сразу все начинает зарастать. А если бы здесь жили, то потихоньку бы все убиралось бы. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благодарю тебя, Господи, за эти милости, что нам даруешь здесь с братьями жить вместе, славить тебя, Господи. Укрепи нас всех, сохрани от раздора, несогласия, разделения, от всякого рода зла. Слава тебе, наш премудрый, наш Господь и Бог наш, слава тебе. Хвала тебе за все, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Христу! Аллилуйя!